В Подмосковье введен масочный режим. Пока ношение масок для жителей – это рекомендация. А с 12 мая уже обязательная мера в общественных местах и в транспорте, включая такси. В аптеке Серпухова еженедельно поступает необходимое количество медицинских масок. Их продают уже и в сетевых магазинах. Без маски на улицу или в магазин – ни шагу. Такое решение принимают все больше горожан, обеспокоенных своим здоровьем. Поэтому в аптеках спрос на маски стабильно высокий. Это все-таки мое здоровье. И мало ли что, чтобы не заразить других. В этой аптеке на Чернышевского покупают больше 100 масок в день. 130 рублей за 5 штук. Разбирают быстро. По 5, по 10 штук мы их фасуем. Ну, по требованию покупателей, чтобы удобно было. И разбирают, ну, в день штук, наверное, 100 уходит. А в этой аптеке на Ворошилова маски продают поштучно. 33 рубля стоит одна такая. Можно выбрать либо голубую, либо серую. Выпускает их серпуховское предприятие. Носить эту маску можно до 6 часов. Маски каждую неделю вот по 2000 у нас приходят, да, и все расходятся. Потому что вот первый раз получили, когда пользуются успехом, спрашивают. В аптеке городского округа Серпухов за выходные поступило более 17 тысяч медицинских масок. Все средства индивидуальной защиты соответствуют нормам качества и безопасности, а также имеют все необходимые сертификаты. Цена на маски варьируется от 15 до 40 рублей. Многоразовые можно приобрести за 90 рублей в среднем. Если в государственной аптеке введены ограничения, так в одни руки не получится приобрести более 20 масок, то в частных аптеках предприниматели устанавливают цены самостоятельно и ограничений по выдаче нет. Одноразовые маски начали продавать также в сетевых магазинах. Это «Дикси». Здесь данный товар представлен на кассе и в основном зале. Ограничений нет, можно приобрести любое количество. Мы понимаем, что это сейчас необходимо, поэтому человек может приобрести сколько ему нужно. Упаковочка идет 10 штучек, то есть любое количество упаковок. Маски поступили в продажу и во всех магазинах «Верный». Почти 350 рублей за упаковку в 10 штук. Сейчас в продаже очень много масок различных, вот таких цветных. Кто-то даже шьет их самостоятельно, кто-то украшает их стразами. Но нужно помнить, что в приоритете не красота, а защитная функция маски. Поэтому многоразовые маски нужно периодически обрабатывать, а одноразовые носить рекомендованные 2 часа. С 12 мая маска на лице при выходе в общественное место – обязательная мера, введенная в Подмосковье. Штраф за ее отсутствие составит 4000 рублей, а в общественный транспорт без нее просто не пустят. По состоянию на сегодня в нашем регионе эпидемиологическая ситуация ухудшается. За сутки диагноз коронавирус подтвердился у 822 человек. Всего на данный момент в Московской области зафиксировано больше 15,5 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 127 человек. В Серпухове за выходные выявлено почти 50 новых случаев заражения COVID-19. Общее количество заболевших у нас 146 человек.